Здравствуйте, добрый вечер. Хочу поделиться результатами. Май 2020 года заказывал косточки абрикоса. Год был сложный, кое-что удалось вырастить из ваших косточек. 20 абрикосов. Все, сад состоялся. 3 овоща вишня до слива. С учетом нашей климатической зоны, отличный результат. Зима теплая, 25-28. Да тут можно банан расти. Но постоянные ветра 15-20 метров, тем не менее, абрикосы выстояли. Говорю наперед, это Казахстан. Там всегда ветра эти. Кончики веток чуть-чуть подмерзли, у трех деревьев. Один пытался засвести. Ну-ка, 20. О, такой-то вы волшебник. В мае заказали. Наверное, в мае уже высадили, надеюсь. Так, и у вас даже один пытался засвести. Получается, на третий год. Итак, Сергей Дахов. И вам привет, Сергей. Я вас поздравляю, сад состоялся. Вот, теперь так. Вы как вы думаете, если их холодильник не убирать, они быстро всходят? И сразу стаканы посадить на окно. Вот, видите, как я? Только сказал, что ни в коем случае. Высаживать поздно. Или лучше до весны брать в холодильник. Значит, давайте, тут немножечко непонятно, что зачем, поэтому очень-очень быстро. Получили косточки, например, вот сейчас уже я начинаю высадку. Вот, видите, очередные 5 посылок пошли. Вот он получил эти посылки. Маленькие-маленькие, перепаковал. Маленькие, их очень много сейчас с этими с крышечками, там, вот такие вот такие бутылочки, чтобы поменьше воздуха. И в сухом виде до сертификации. Но я не исключаю еще варианты. Вот поговорил я сегодня, по-моему, с Савенчиной Александровной. У них там где-то кто-то высаживал. Сразу оно всходило. Раз. Высадка под зиму. Второй вариант. Первый вариант в Бичуринске называется. Сразу. То есть вот сейчас закончилось созревание. Сразу в землю. Второй подземный и третий после сертификации весной. Так. Ну, давайте хотя бы хорошо бы достаточно косточек, семечек заказать, чтобы часть так, часть так, часть так. У одних весной всходят, а осенью посаженные нет. У других осенью всходят. А вспомните наш суперавторитет. Вот. Николай Георгиевич. Значит, он как у нас? Это с Урала. Сергей, вот как у нас, значит, каждый год высевая под осень, всегда всходит, всегда дружно и ни одной ошибки. Где вы мышей дели? Вытравили, не вытравили, я не знаю. Хорошо, когда большое, там несколько соток, полностью чистое от травы поле, ну, допустим, это бывшее, например, картофельное поле. Картошку убрали, там все перекопано, все. И вот там взяли и высадили. А мышей, нор нет, мыши где-то там, где дерн, там, может, и не доберутся. А где-то и доберутся. И вот это осенние взошли, весенние не взошли, нет, после я-то уже наказанный так, что теперь только сертифицирую. И то у меня было пару случаев, сертифицированные не всходили. Видите как? И вот мне задают вопрос. Решать будете вы. 3 яйца? Нет, 3 корзины с яйцами.